Отпусти мне гадони. Здравствуйте, Евгений Севастьянович. Приветствую вас. Здравствуйте. Ох, ох. Осторожнее. Благодарю. Как вы отдохнули, Евгений Севастьянович? Отлично. Но знаете, что-то странное происходит у нас в пригороде. Гуляю я как-то вечером в роще. Товарищ Савушкин, у меня к вам огромная просьба. Поцелуйте меня, пожалуйста. Ну, знаете, целоваться с лягушкой, как можно вообще обращаться с подобными просьбами? Большая лягушка. И вы поцеловали ее? А вы-то сами, Оленька, вы бы поцеловали, а? Лягушку нет. Но если бы она была кошкой или собакой... Наш сегодняшний выпуск мы начнем с рассказа зоотехника товарища Селивкина о необычной встрече, происшедшей с ним. Субботу вечером гуляю я в роще. Поцелуйте меня, пожалуйста. Да, лягушка обратилась с необычной просьбой. Известный своей любовью ко всему живому, Свирелькин эту просьбу выполнил. Каково же было его удивление, когда лягушка тут же превратилась в принцессу. Свадьба зоотехника Свирелькина с принцессой состоится в ближайшую субботу. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений Севастьянович. Приветствую вас. Здравствуйте. Как вы отдохнули, Евгений Севастьянович? Нормально. Но все-таки что-то странное происходит у нас в пригороде. Сижу я как-то на берегу озера и ловлю лягушку, рыбу. Товарищ Савушкин, товарищ Савушкин, отпустите меня, пожалуйста. Я за это исполню любое ваше желание. Приплыла к нему рыбка. Нет, я тебя отпущу, а ты поминай, как звали. И вы отпустили ее. Ну, кто же отпускает живую рыбу, Оленька? Да. Я отнес ее в зоомагазин. Маленькая она, декоративная, а отпускать жалко, а?
В нынешнюю субботу наш постоянный читатель, пенсионер Ваклушкин, посетил зоомагазин номер 2, чтобы пополнить свою коллекцию аквариумных рыб. Каково же было удивление старого рыбака, когда один экземпляр заговорил человеческим голосом. Это была маленькая золотая рыбка. Отпустите меня, товарищ Ваклушкин. Жена рыбака, женщина добрая и отзывчивая, уговорила мужа выполнить просьбу рыбки. Здравствуйте. С вами что-то случилось? Да, сегодня ночью со мной случилось странное. Нас предали, армия разбита, и мой верный конь пал, не выдержав бешеной скачки. Коня! Он царство! За коня! Вы знаете, у меня нет коня, но у меня есть мотоцикл Ява. Возьмите его, и не нужно мне никакого царства. Берите просто так. Подайте Яву! О небо! Небо! Савушкин, сегодня утром в Раге было найдено потерпевшее аварию транспортное средство мотоцикла Ява 1492. Это ваш мотоцикл? Не переживайте, живут же люди без мотоцикла. Звонил король. Он спрашивал, куда принести пол царства.